Добрый день, друзья! Вас приветствует ОМЗАП. У нас открылась новая точка. Здесь у нас есть подразделение кузовного ремонта. Готов вам показать, как у нас устроено наш кузовной цех. Это места для подготовки. Поступили первые автомобили на ремонт. Это Kia Ceed. Достаточно серьезный удар в заднюю часть автомобиля. Будут работы стапельные. Будем вытягивать, менять приварные элементы кузова, такие как панель, суппорта фонарей. Панель повреждена полностью, пол, сильные складки. Да, замято место под запаску здесь получается. Вся ниша, в общем, она ушла. Да, ниша ушла. Это будем ремонтировать, панель менять. В общем, у нас есть стапель, на котором мы можем все это хорошо потянуть, правильно? Да, конечно. Любые виды работ, любые повреждения на автомобиле мы готовы устранить. Ну и тут по факту получается, мы вытягиваем нижнюю часть автомобиля, правильно? А вот это все мы перевариваем и вот этим элементом перекрываем все верхние, да? Да, первые запчасти уже поступили. Все по точечкам аккуратненько вариваем. Срез сначала вытягивается, выставляются предварительно зазоры, затем приварные элементы срезаются, ставится новый. А ну и бампер новый. Бампер, дверь багажника, панель, суппорта. Дверь багажника, да, дверь багажника меняется, здесь уже с ней ничего не сделаешь. Здесь вариантов нет ее восстановления. Да, дешевле будет ее заменить. Ну все, здесь ясно, что следующий, давай посмотрим, что там. Интересный желтый автомобиль. Это Kia Ceed. Автомобиль перевертыш. Слушай, странно, да, я вот заметил, что автомобиль перевертыш, но лака красочная сохранилась. Видимо, где-то на сугробе, да? Аккуратно в снег. Лобовое уже подкидывали новое, да? Да, лобовое клиент сам поставил временно для того, чтобы доехать, поскольку ДТП случилось далеко за городом. А еще подскажи такой момент, мне интересно, можно это все, в принципе, зарихтовать, да, и нормально потянуть? Можно сделать все, но как это потом проявится в процессе эксплуатации и стоимость этих работ, проще поменять. Ну, в связи да, с дефицитом запчастей, иногда проще сделать вот так. Вот так, это как? Я вот что-то пока не понял. Это срезанный элемент с другого автомобиля. Получается, постройка, усиление, все осталось. Так тоже можно сделать. Причем сэкономить на этом и время, и деньги клиента. Ну, понятно. Ну и будет новая крыша, получается. Да? А врезается вот здесь где-то, да? Ну, вот так. Здесь посередине, да? Да. Здесь вот так, да. Все, и в принципе остальные элементы здесь можно все восстановить. Дверь, да, дверь, крыло, самые сильно поврежденные. Крыло, да. Крыло можно, это вообще, мне кажется, даже без покраса. Да, у нас также есть услуга выправления, да, без покраски. Детали без окраски. Если заломов нет сильных, никаких швов, лак красочный не повреждено. Да, можно все это восстановить сейчас. Есть инструмент специальный, есть люди обученные. Присутствуют у нас такие ребята. Ну а здесь все в принципе в порядке. Единственное, мне вот кажется, подавило крышу, стойку, и она маленько здесь, да? Нет, дверь на месте, она абсолютно. А, просто отрегулирует. Да. Все понятно. Первые, в общем, лапочки полетели в наш кузовной. Соответственно, дальше смотрим. Это покрасочная камера. Важно, что-то. О, а это что это? Это сушка РТ инфракрасная. Очень хорошо помогает при просушивании различных слоев лак-краски. Это локальная, на месте получается, где-то, да? Что-то подсушить быстренько. Да, да. Вся покраска происходит у нас в камере. Здесь уже висят детали окрашенные. Это
дверь багажника на Hyundai Starex. Клиент показал автомобиль. Там глубокая коррозия. А, ну мы восстановили после коррозии, получается. Нет. Это новая деталь. А, там уже вплоть до дыр восстановление не подлежит. Нецелесообразно. Угу. Деталь получили на складе. Окрасили. Клиент приедет на несколько часов для того, чтобы просто поменять. Просто установили новую и все. Да? Со вклейкой стекла. Ну а также бампер расколот. Также произведем замену. Шикарно, слушай, вообще. Поверхность, можно сказать. И бампер матовый. Да. На данном автомобиле. Это тоже со Старекса, да? Да, это тоже Старекс. Это все с одного автомобиля. Да, с одного автомобиля. Повезло клиенту, в одном месте получил здесь набор услуг. Как видели, первые автомобили к нам уже поступают. Будем рады вас видеть у нас на сервисе. Наш адрес Капотня 32. Будем рады вас видеть.